Вы на канале Лапуня. Конечно, Лиза. И сегодня я вам покажу кулинарную игру. Барбоскина кулинария. Главное в приготовлении всех блюд. Что самое главное? Самое главное – это желание их приготовить. И оно у тебя уже есть. А интересные рецепты ты можешь узнать из моей поваренной книги. Ой, как здорово! Скорее начинаем готовить. Хорошо, давай начнем. Нажми на блюдо, которое хочешь приготовить. Решено! Сейчас мы приготовим эклеры. Сонечке эклеры, да, нравятся? Да. Приступим. Нальем в кастрюлю стакан воды. Положим сливочное масло. Сливочное масло. Теперь совсем немного соли. Вот соль. Соли побольше можно, включим, да? Включим огонь. Подождем, пока закипит. Закипело. Добавляем муки. Так можно выучить рецепты разных блюд, да, Сонечка? Да. Хорошенько перемешаем все это. Отлично! Выключай огонь! Пусть немного остынет. Все остыло. Пора добавить яйца. Добавим еще. Еще теперь. Добавим еще. Что, все надо, да? Да. Еще одно. Да сколько ж яиц. Хорошенько перемешаем все это. Набьем в наше тесто кулинарный шприц. Выдавим тесто на плоть. И еще. Еще одно. Поставим противень в духовку. Поставь таймер на 30 минут. Теперь немного подождем. Набьем в кондитерский шприц крем. Нашу выпечку кремом. Класс, такие эклеры, да, получается? Да. Нанесем сверху глазурь, сахарную или шоколадную. И шоколадную сделаешь, да. Соня, у нас просто больше сахарную любит. Разных украшений. Сколько вкусняшек, да? Да. А ты что любишь больше всего здесь? Клубничку. Клубничку, да. Ты все украшения любишь? Да. Там можно только все. А, все, понятно. Какая красотища! Так слюнки текут. Съем-ка я все это сама. А Вози приготовлю в следующий раз. Что еще ты хочешь приготовить, Лиза? Выбирай. Давай. Решено. Сейчас мы приготовим яичницу. Итак, да. За дело. Этот рецепт нужно хорошо запомнить.
Яичницу готовить очень просто. И ее можно делать когда угодно и кому угодно. Сперва нальем на сковородку масло. Вобьем куриное яйцо. Теперь совсем немного соли. Яичница готова. Снимай ее с огня. Папочка любит кушать яичницу с кетчупом. Добавим его сверху. Ну, какая красота, да? Вот и все. Это самая быстрая еда для тех, кто вечно куда-то спешит. Папа предпочитает простую еду, которую можно быстро приготовить. Это как у нас Миша и Ваня, яичница, да? Да. Миша сам тоже у нас готовит. Что яичницу. Еще ты хочешь приготовить, Лиза? Да. Выбирай. Вот, ребята, теперь в следующий раз, да, мы покажем другие блюда. Да. Всем пока! Пока!